птица какая-то в воде плавает. Утка. Просто утка. А просто ли? Знаете ли вы, что только на территории Санкт-Петербурга различных уток можно встретить около 20 видов? Надо только взять бинокль и хорошо присмотреться. Плавает ли перед тобой самая обычная всем известная кряква, или же это серая утка, гоголь, свиесь, хохлатая чернить, морская чернить, широконоска, красноголовый нырок, большой, средний, малый крохоль, шилохвость, чурок-свистунок, чурок-трескунок, мандаринка, синьга, турпан, гага, каменушка или морянка. И это я еще даже не перечислила тех птиц, которых люди ошибочно принимают за уток, хотя те утками совсем не являются. Например, поганки. Большая, красношейная, черношейная, серощека и малая. Или пастушковая, лысуха и камышница. Поэтому в следующий раз, проходя мимо пруда, в котором плавает какая-то птица, присмотритесь. Возможно, это то, что вы еще в своей жизни не видели и даже не замечали интересное прямо под носом.